ваши друзья. А также мне очень бы хотелось, чтобы мы все порадовались победе нашей сборной по хоккею. Ура! Мы вас поздравляем! Мы вас поздравляем и, конечно, продолжаем наше шоу. Шоу чемпионов. Продолжаем наше шоу людей, которые не побоялись начать что-то новое, не побоялись учиться тому, что не умели делать ранее. И вот сейчас одна из таких сильных, красивых и мудрых женщин выйдет на лед вместе с сильным, обаятельным и таким... Все желают с ним кататься. Потрясающим партнером. Встречайте! На лед выходит очаровательная телеведущая, актриса театра и кино Екатерина Стриженова и Алексей Тихонов.
женщины стремились быть такими же, как она. Доброе утро, мои дорогие. До свечи. У нас сегодня особое выступление. Мы, хотя на этот лед, прощаемся с ледниковым периодом. С вами, наши зрители, и со своими партнерами. Я хочу сказать, что у меня самый сильный, самый добрый, самый умный, самый талантливый партнер. Дорогие женщины, я желаю, чтобы рядом с вами были такие мужчины. Вы этого достойны. Так трогательно, трогательно. Прямо, вы знаете, комок в горле. Катя, может быть, Катя еще раз скажет «доброе утро» и поцелует его. Да, да. Ну, продолжаем. Заберись, Марина.